Ну вот, из мешка высыпал. Немножко смочим камень, чтоб лучше было видно, что там есть. В кучу малу надо отправить. Нашел пару мешков там. Это брекча. Шайтанский перелив. Интересно, отложу-ка я. Каждый раз что-нибудь да попадает. Под другим углом уже смотришь. Даже то, что лежало. Ну, это бурый железняк. Меднорудянская. Какой пегматит. Красивый. Людит Малышевский. Что-то зелененькое. Так, ну ладно, приступим. Ну, это пегматит. Видите? О. Вот самый рисунок четкий. Это пегматит. Коптелефонка. Видите, какая крупная. Крупные их те глипты. А тут вон какая мелочевочка. Интересно. Туда. Ну, это на полях Южакова. Просто мне нравятся цвета разные, рисунки. Здесь красноватый, здесь тут кварчик появляется. Разрезать хотелось бы, но пока руки не доходят. С Южакова несколько тут. И тоже с Южакова. Рисунок довольно интересный. Возможно. Он здесь поблескивает. Так. Это перелив шайтанский. Так называемый дикит, кварцевый агрегат. Вон, видите, как его вертело и здесь, и здесь. Здесь такая вот небольшая животка. Что-то напоминающее халцедон там в нем. Да. Отправим туда его. Так, это что? Это... Барские ямы, конечно, похоже. Вот это вот красноватое, это примазки крокоита. А вот и сам небольшой кристаллик крокоита сидит. Вот палец у меня тут указательный. Ну вот, выглянуло солнышко, веселее стало. Тоже барские. Видно все вот эти формы. Пигматит. Пигматит с мусковитом. Вот это вот, видите,
халцедоновая, тут вот прословечка такая идет. Это калташи. Там рядом корундовая копь была. Вот это оттуда. Как раз видео сейчас сделаю по калташам там, по корунду. Кстати, вот это надо сфотографировать туда же это. Из той же серии. Видите, какой пегматит с биотитовой слюдкой. Это копь Занора Ежакова. Пегматит оттуда же. Вот продольные ихтиоглипты, а здесь вот в срезе. Видите, письмена какие в срезе получаются. Тоже с этой же жилы. Ну, это ясно. Это озерный кварц. Видите, нарастание одно на другое. Кварчики мелкие. Тоже озерный кварц с гематитом. Вот этот вот коричневый. Коричневая часть шапочки. Это гематит. Это копь хрустальная Костоусова. В рубашке кварц, там большинство такого. А это уплощенный из другого места. Откуда, не знаю. Это копь гема, кварцевая щеточка. Там было несколько экземпляров, они, видите, как ежики такие были. Вообще на 360 градусов чуть ли не. Вот это вот гнездь, в котором лежала жила, вот это. А это вот сама кварцевая жила. Где-то оттуда же вроде. А, вот. Это тоже оттуда. Из копи гема. Щеточка. А это, ой, даже не отмытая. Кварц какой. О, кристалл сидит. Вот он, кристальчик. Мрамор розовый. Черт знает откуда. Ну, это кварц тоже хрустальный. Вот хорошо видно с хрустальной горкой. Видите, сам кварц, а по периметру рубашка белая. Кварц. Начнешь заниматься этой кучкой, каждый раз что-то новое. Угу. Перелифт какой. Вау. Какой красавец перелифт. Ой, вот этот камешек даже... Жалко, что здесь лежит. Смотрите, какие пачки мусковита. Это же красота. Весь поквацаны. Вот она.
он московит идет, а здесь наверху, вот уже в занорной части, вот эти вот пачки кристаллов такие, о, красавцы, красавцы. Продолжим. Вот этот кварц, он с крустальной, что-то в мешке пролежал уж сколько лет. Не то ничего. Видите, и кристаллы толком не оформлены. И никуда их не приспособишь. Где-то окатанная, где-то часть прозрачная, часть молочная. Вот. На мраморе лежат. Вот они. Вот они, это все. Копь, хрустальная горка. Тоже телефонка. Вот интересный. Правда, с трещинкой. Перелип. Барские с крокоидом. Вот. Кварчик барский. Копь гема, кое-где были и прозрачные кристаллы. Где-то молочная. Вот красивый рисунок. Яшма липовская попала. Это актинолит. Да, актинолит из бест кварца, горбуновская. Проявление Нижний Тагил. Выбросим. Да не пойму, что-то. Корунд, по-моему, с Южного Урала. Ну и всякие тут осколки попадают. Дымчика с трещинами. Тоже щетка копгема, шайтанка. Ну и не знаю, что это вот. Что-то оригинальное, интересное в пигматите. Кварц, так что ли, сколот. Оставим пока. Это похоже. Похоже на лепидолит с липовки. Ну да, это корунд. Потанины горы. Кварц. Вау. Вот он, шпатик-то. Зеленоватый, с копей мора. Кварц с гематитом. Вот кварчик, кристалл прозрачный, пристроился в барских ямах среди вот такого молочного кварца.
Тоже щеточка кварца. Шпатик занорный. Тоже кварц. Опять же, эти кристаллы, так называемые, с хрустальной. Это не оттуда, это из другого места. Мрамор. Копгема-щетка. Ну, это часть кристалла. Видите, тут сколы и все, и прочее. Вообще на выброс надо. Опа. Что-то вот этого я не помню. Перелипт шайтанский. Смотрите, какие ярко-красные полосы. Интересный образец. Отложу я его. Так, не понял. Это сейчас мы подробнее посмотрим. Это опять же пигматит со слюдкой. Чего интересного? Вот это образец что-то мне. Это липовка. Сто пудов липовка. Копсибирячка. А как он здесь оказался? Сейчас вторые очки одену. Ну, это ясно, шпат, это я помню. Ну да. Вот это турмалин идет. Кварчик такой именно с липидолитом. Слюдка вот здесь вот, а может, варился, но мне долго не видно, что фиолетовая. Может быть, он такой вот жемчужного там цвета тоже есть. В общем, интересный образ. Оба-на. Вот здесь вот повнимательней, под большим пальцем. Черт, не видно, снимет, не снимет. Сейчас. Вот здесь вот смотрите, под большим пальцем видно, нет. Бирюльчик сидит. Светло такой зеленый окрас. Сейчас попробую фото сделать. Рядом его приклею. Ну, вообще оригинальный образец. Так что не выбрасывайте всегда старые камни. Пусть они полежат, вылежат. Вот тоже, видите? Вот тоже здесь. Бериль. В породе, в шпате сломанный. Да. Уж липовка, ой, и сибирячка в липовке вся завалена, а образец остался. Перелифт. Интересный цвет какой мрамора. Попробуем еще тут. Мешок оказался. Говнеца.
посмотреть. Это змеевик. Симпатичная палочка. Там, кстати, тоже что-то. А, это мрамор черный. Рижевского района, Першинский. Пигматит. Очень некрасивый. Крокоид при маске. Это первомайско-зверевское месторождение. Золотоносное. Копгема. Щеточка. Кому-то в подарок отложим. Щетка тоже. Кстати, вот такие щеточки и пигматит я частенько отправляю, которые более-менее в подарки. Это пигматит. Кварц Барской ямы. Выброс. Да, это тоже первомайско-зверевская, золотоносная. Малышевский слюдит. А вот здесь вот светленькая, обычно сиреневатая, но выцветает со временем. Это флюорит. Кварц. Шайтанка. Да, все шарды. Это кианит, борисовские сопки. Что он тут делает? О, какой образец. Шпат-липовка. Без слов. Часть школьникам раздал, часть ведь тоже надо. А это шиловская граната.